1,5 миллиона рублей. Таков размер компенсационной выплаты, которую получают молодые медики, устраивающиеся на работу в малые населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. Программа «Земский доктор» действует в регионе с 2012 года и предусматривает выплаты и врачам, и фельдшерам. Мы, искали предполагаемое место работы, когда еще в ординатуре учились. Узнали о таком городе, как Лысково. Узнали, что здесь есть хорошая больница и требуются врачи. В связи с тем, что здесь действует программа «Земский доктор», конечно, это большая поддержка для нас, как для молодых специалистов. То есть, вопрос с жильем у нас будет вскоре решен. Программа обещает 1,5 миллиона для одного специалиста. И для этого нужно будет в этом учреждении отработать 5 лет. Коллеги, мне, можно сказать, повезло. Коллектив отличный, приветливый, дружелюбный, помогают в начинаниях. Есть желание как-то совершенствоваться, развиваться свою профессию. Есть желание получать какую-то вторую специальность. Нам эта программа очень сильно помогла укомплектовать кадровый состав. Например, в этом году мы по данной программе приняли 9 специалистов. Это 3 врача-терапевта, врач-педиатр, 3 врача-ординатора, это врач-кардиолог, и врач-невролог и врач-хирург. С учетом того, что мы с ними разговаривались, их перспективы, то есть они планируют строительство своего жилья, то есть сразу видно, что люди собираются поселиться здесь надолго и насовсем.